Парни, всем привет! Вот такой еще аппарат сегодня хочу показать. На продажу сейчас выставляю. 701 модель от Пионера, это VSA, мультиканальник. Но дело в том, что он мультиканальник, но это 92 год, очень аудиофильный аппарат. Ну, не high-end, но топовый верхний это мультиканальник в каталоге 92 года. С сочным звуком, с насыщенным, вообще пушка, короче. Вообще пушка. Будет многим лучше, чем бюджетные всякие унылые Denon 520, Yamaha там четверки, всякая эта фигня, блин. Это я вам гарантию 146% даю, будет намного лучше. По сути, из себя представляет стереоусилитель с блоком питания 600 Вт, и максимум, да, потребление 600 Вт, но и при этом 55 Вт на канал всего лишь, при нормированных искажениях 0,05 THD, и, соответственно, в широкой полосе измерения, это по шуму, по всей видимости, сделано, по DINO 2020. Вот такая вот техника делалась компанией в 92 году, да, вот он в каталоге, чтобы голословно не быть, вот он идет сразу за усилителями. 676, вот он, всем известный, три семерки, восьмерка, 78. И вот сразу 701, вот тот мультиканалик, вот он, пульт. С пультом, вот и пульт, конечно, в комплекте, все тут есть. Аппарат, да, мануальчик. Пульт мультибрендовый. То есть обучаемые, но не мультибрендовые. Я говорил, прошу прощения. Дело в том, что можно обучить под любой бренд, на любую, вот это, допустим, ячейку команды накидать. Да, и обучить там деке, DVD-шнику, CD-шнику другой фирмы. Вот. Удобный пульс есть. Самое главное, что кроме звука состояние. Состояние у него как, ну, может, не как с коробки сейчас фокус. Ну, близко к тому. Вообще зверевые. Он с Европы, один владелец. Вот, он притащен с Европы, но вот шлицы давайте. Вот так вот. Вот так вот, 92-й год. 92-й год, муха не сидела на тебе. То есть, ну, стойки стоял, видно, что человек с уважением тоже к технике относился. Вот так вот. Так, давайте сейчас я поверну. Потому что непонятно будет, как там с разворотом вы будете смотреть. Может быть, в голову придется наклонить кое-кому. А, бывает, YouTube переворачивает. Так вот, ну давайте послушаем, что тут особо-то. Моторизированный, по функциям все понятно, да, моторизированный регулятор. Ну вот он с пультом. Ну вот, то есть, да. Все как положено, да, маркер есть. Есть слип-таймер, ну слип-таймер приглушает дисплей, и аппарат может заснуть через 90-60-30 минут. И самое главное, что многие боятся, видя селектор здесь отключаемый. То есть мультиканальники многие боятся, что видео цепи запитаны. Смотрите. Вот. Все, видео off. Ну, можете включить коммутацию по видео, да, если вам нужно. Ну, не нужно сейчас никому это. То есть это все, выключаются все цепи. В общем, аппарат будет интересен тем, кому нужен классный интегральник с удобным управлением. И за недорого, то есть цена будет где-то 11, все. Ну, они так и сейчас продают от 9 до 15, это вообще ни о чем за такую технику. Что касается по звучанию, ну, через телефон, конечно, плохо будет, но давайте попробуем, запустим что-нибудь. Подальше отойду. Открываем громкость. Короче, сейчас еще 12 часов не было, он у меня уже зашкал сейчас будет в телефоне. Вот, и я ушами тоже вот рядом стою, у меня уже это, ну, начинает приплющивать. Вообще моща, вообще зверюга, пушка. Налетайте, забирайте кому надо, парни. Не пожалеете ни разу. Все, всем удачи, пока, удачных покупок.